Anywhere in the world. Внимание, результаты третьего забега. Руслан Игометянов, 1:48.98. Антон Юрченко, 1:50. Андрей Тимошин, 1:52.20. Артем Горяев, 1:52.17. Тимур Хасанов, 1:51.51. Виктор Комаров, 1:55.54. Максим Антонов, 1:58.83. 27.12 после первых 200 метров пятого забега. Мы видим, в этом забеге плотной группы держатся участники. Лидирует Владимир Аноносов. 55.10. Финиш 1:51.03 на электронном.